от того, что было много очень инструментов, да, и мы посмотрели вариативность, но мне вот как раз как бы такая вот вишенка на торте случилась. Время же у нас пандемии. И то есть нравится, не нравится, очень часто ты вот задумываешь проект, да, у тебя тренинг. Одно дело, когда ты ведешь вживую тренинг, да, то есть ты понимаешь какие-то инструменты. Здесь было очень замечательно, что ребята дали те же фишечки, да, какими можно работать в онлайн-формате. То есть как провести тренинг правильно, грамотно и хорошо, да, используя еще вот эти элементы. Поэтому я считаю, что это вот на сегодняшний день это просто вот, ну, замечательно и очень хорошо.